Не можешь, да, ты у меня без дела сидеть? Решил листву убрать. Ну, расскажи. Чего тебе рассказывать? Чего тебя побудило это листву убрать? Я тогда раз как пацаны бегают, ай. Ну, так вот это почище как-то. Ну да, мне нравится, когда пацаны бегали, она прям вся вот так вот разлетается, они бегут, кувыркаются. Есть таких два мнения. Это что, что-то от курицы осталось? Это все, что от курицы осталось. И лапы сгрызли. Любители они погрызть. Патриот, твоя игрушка? Тебе же присылали. На, держи. Есть, короче, два мнения таких, что листву одни говорят, нужно убирать на зиму, другие говорят, не нужно убирать. Вот, то, что под листвой собирается куча всяких насекомых, и для аллергетиков это плохо. Вот. Поэтому нужно убирать. А другие говорят, что нужно наоборот, листву оставлять, что в зимний период времени как бы листва создает этот, спасает именно траву, которая зимой может промерзнуть. Поэтому листву нужно оставлять. Вот кому верить, не знаю. Но в нашем случае морозов нету, поэтому мы листву уберем, потому что наша трава не промерзнет. И будет у нас чисто. Что у нас здесь такие всякие неровности, камней целая куча. Хорошо, когда такая это все ровно, всяких ям вот этих вот нету. А это постепенно. Убрал, все аккуратненько, все, и видишь чистоту. А сейчас даже хоть я уберу, это все равно, знаешь, ничего не видно. Ну, это со временем все это. Здесь же было сараи, не пойми что здесь, углярки всякие. И это все, а со временем постепенно грязь сметается, убирается, выравнивается, перекапывается. Так что все пучком будет. У нас вон там кто-то на речку трактор загнал, экскаватор. Походу чистит что-то. Ну я, он уже который день работает. Сейчас не знаю, видно его, нет? Вон, видите, едет. Что-то походу он там замышляет, может что копает, может равняет, а просто. Может, почему он так лежит в туалете? Он что-то поддерживает туалет, что ли? Нет, это чтобы земля в яму не валилась, потому что яма-то больше, чем туалет. И закрывает она. В плане я могу один в один прекрасный момент зайти в туалет и не выйти из него? Нет, выйти из него ты всегда выйдешь. Ну или выплывешь, да? Ну да. Патриот, уходи. Ладно, пошла дальше работать. Не буду тебе мешать. Рушан, а это где будем сжигать или что? Это куда? Мы же здесь... Я не хочу, чтобы здесь, знаешь, вот это вот было все. Сжигать где-то туда надо вывозить. На тележке. Ну, вон туда вывезем и все. Это в тележку? Все это вон туда вывезем. Это как бы тут два. Можно второй вариант сделать. Это, допустим, выкапываешь яму. Просто яму выкапываешь. Все это засыпаешь туда. И заливаешь немножко водой, либо дождя ждешь, и до зимы отстаивается. В следующий год это удобрение хорошее получится. Домой зайди. Вырядилась, блин. Да. Конечно, сейчас мама посмотрит твоя, а потом... Вот. А, какое сегодня ноября? Какое сегодня ноября? Ну, ноябрь, короче, уже ну, у нас. Сюда, люди, ноябрь. Да, она, смотрите, как она разоделась, блин, она говорит, я, говорит, пойду, говорит, красоваться. Ага. А то, говорит, меня Патрик, говорит, в халате, не в халате, а в этом. Не признает. Да, в зимней одежде не признает. Давай одевайся. Да, мне реально жаль. И этот человек с утра говорит, что он болел. Я в толстовке стояла, вся мокрая, приди, быстрее потрогай мою толстовку. Ну, не обязательно толстовку, можно хотя бы с длинным рукавом одеть. Иди одевайся давай. Вот эту штуку убери. Не уберу. Вот пойдешь, а оденешься, уберу. Оденешься, уберу. Одевайся давай. Ну реально, что ты издеваешься надо мной? Все, сейчас вне камеры я тебе это ремня дам. Давай, где ты его возьмешь? У меня есть там, я нашел сегодня триколор. Кожаный такой. Трехцветный ремень. Вот эту траву можно вырвать? Можно, только одеться надо сначала. Солнышко. Любимая,
Я тебя очень прошу. Оденься, пожалуйста. Ты ж... Фас его за попу. Фас! Фас! Давай, иди. Вот видишь, он говорит, я тебя сейчас укушу, потому что ты не одеваешься. Да, Патрик? Как ее заставить одеться? Тебе дядь Коля даже сказал, что очень жарко сегодня. Да, жарко. Человек стоит в бушлате и говорит, очень жарко сегодня. Даже будучи жарко, он... пошел, разделся и пошел на речку. Да, конечно. Обманываешь меня. Давай, одевайся. Я все равно говорю, иди посмотри на речку. Пожалуйста, я тебя очень прошу. Дай человеку поработать, пока у меня есть настроение. Быстро! Иди оденься. Не получается. Я хотел просто заорать, потом думаю, блин, соседи это. Все, давай, иди одевайся. Ты правильно, правильно шла, давай только дальше. Солнце, ну пожалуйста, реально, уже вечер, давай. А ну, как ты зачухала. Все, быстро. Идем. Пошли одеваться. Дай человеку пора. Слушайте, рука не... Пошли. Одеваться. Все. Пошли, все. Давай, смех смехом, а одеваться Миша, надо. Метелку сломал. Сломала ее ты. Миша, ну реально, сломал. В смысле я ее сломал? Вот так и была, если что? Да. Или она слезла? Нет, она так и была. Вот эту дай дорожку промету, потому что здесь, смотри, солнце светит. Ты чего кусаешься, а? Чего ты кусаешься, а? Здесь жарко, я дорожку промету и перейду. Нет, нет, давай, заболеть буквально секунду надо. Пожалуйста, пошли оденься. Давай будем взрослыми людьми, а? Детский сад не устраивает. Ай! Патрик, блин! Я так стою вся мокрая. Потому что ты работаешь, хорошо, потому что ты немножко не болеешь. Все. Ну вот так вот понемногу листву убрали. Так, Патрик, а ты почему кусаешься, а? Вот идешь, а он за пятки хватает. Вот всех покусал, смотрите, что делает, а? А он еще сегодня сбежал, да? А? Грибы будем жарить? Нет. Навожу порядок здесь. Тут у нас вот этого всего очень много, да? А такого прям сарая нет, куда это все поскидывать. Да дело не в том, что скидывать, просто оно... Вот это все нужно постепенно пилить, 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 пилить и складывать. Это... Ну, когда вот холодно будет, чтобы согреться, буду пилякать. А так, сейчас листву убираешь, там половина с камнями, блин. Вот это плохо, что изначально здесь было. Не знаю, что завозилось, откуда столько камней, столько камней. Очень много камней. Прям вот куда, где ни копни, получается, везде все в камнях. Да, пацаны? А Патрик ест орехи у нас, грызет прям. Да и Макс тоже. Макс. Здорово, они же это, йод восполняют в организме. Угу. Это, смотри, разорвали всю калитку. Да, я видела. Патрик, я видела сегодня, как Патрик, знаешь, откуда уже выпрыгнул? Вот отсюда. Вот, вот, вот. О, теперь опор. Вот, выход, да, то есть. Да, надо заколачивать. Угу. Валяется. Тебе классно, да, Макс? Вот так вот сидит, сидит, бац, упадет на бок. И валяется. А что такое с ним? Почему у него так лапы трясутся, Рушан? У кого? У Макса. А я, наверное, устал. Ты устал, Макс? И два раза потом постучал, значит, устал. Ну все, пошла я готовить ужин. На этом канале, друзья, видео, люди пишут ВКонтакте много. Что это? Просят побольше видео... Вот, и этот канал создан для тех, кто реально вот так вот просит, пишет и ВКонтакте, и в Инстаграме, давайте еще, почему так мало видео, короткие видео, хотим еще, даже кто-то написал, 5 видео в день, пожалуйста, мы не можем, вот так могу только походить, что-то поснимать где-то одним разом, потому что монтаж тоже уходит, на это уходит очень много времени, если сидеть целыми днями монтировать видео, это получается ничего по дому не сделаешь. Просто знаешь, как получается?
когда ты работаешь больше, соответственно, ты получается, ну, у нас же нет третьей руки, правильно, кто будет снимать? Вот. Не снимаешь, получается, да, работаешь. Давайте больше видео. Начинаешь снимать больше видео, да? Соответственно, один кто-то работает, второй кто-то снимает, начинает. Чё снимаете, блин, давайте работайте. Вот поэтому, как бы, приходится выбирать, что больше снимать или больше работать. Угу. Больше дел делать. Так что здесь будут на этом канале вот такие вот видео выходить. Как говорится, можно сказать, ни о чем. Убрали двор, побалдели немного, посмеялись. А может, на этом канале и сделаем какие-то такие вот видосики шуточные. Все-таки мы же не старики, мы можем еще и поприкалываться. Ну, как мы этого не камеры делаем. Как ты надо мной издеваешься? Может, ты это будешь на камеру делать? Да. Вот кто над кем издевается. Да, переходите к нам еще в Инстаграм. Обязательно. Там тоже бывает. Там сторис мы выкладываем, там тоже есть видео короткие. Обязательно. Да, их поснимаю немного, потому что многие нравится на них смотреть, как они балдеют. Балдеж и бутеров. А чё у нас сегодня куры сидят? Чё они не выходят? Петух стоит на улице один, как псих. Надо еще зайти там, это тоже граблями пройтись. Ну, сейчас, конечно, естественно, это сегодня, вот сегодня, завтра уже понемножку так вот еще здесь поубираем. Не все сразу, да. Камни эти потихонечку поубираем. Ладно, пойду я готовить. Нарушан будет... кусает, да? Нарушан дальше будет продолжать камни собирать здесь. А потом, как освобожусь, приду ему помогу. Смотри, что делает, а? Патриот! Кстати, как тебе в Кристинкиных галошах? Кристинка, твои галоши отработали. Рушан свои порвал. Теперь вот Кристинкины. О, Макс, видите, тоже орехи ест. Они тут вообще едят хорошо орехи. У Патрика лапы грязные, потому что сбежал сегодня, по полю гонял. Да, блин, от него, мне кажется, какая-то ищейка. Ему от него сколько не загораживал, везде найдет выход. Угу. И выход, и вход найдет. Да, и Максу помогает. Макс-то выход находит, а вот вход не может найти. Патрик всегда находит. Что делает, а? Прям кусает, а? Вот и я так иду. Он меня то за пятку, то за коленку цапнет. Ну, прикусывает слегка, конечно, не кусает прям. Ой, а солнце припекает как. Патрик. Патрик, а? Ты рад, что мы тебя нашли? Он как рад. Ой, как рад, скажи. Ой, как рад. А еще мы стали снимать видео в ТикТоке. Тоже заходите, смотрите, там Патрик летал у нас. Летающий в космос. Ага. И Макс тоже начудил после, под конец. До конца смотрите, там вообще хохма.